И снова здравствуйте, говорю я всем вам, мои дорогие друзья, подписчики, а также случайные зрители. В этом выпуске вас ждет по-настоящему фантастическая новинка, которая была разработана командой смышленых и талантливых специалистов, которые предвидели и вовремя подхватили волну нашумевшего сериала «Игра в кальмара», создав свою нарисованную вручную NFT-игру Squidonomics, присоединиться к которой сможет абсолютно любой желающий. И как показывает практика, для этого даже не обязательно быть ярым фанатом популярнейшего корейского сериала. Стоит отметить, что сама NFT-игра разработана на базе Binance Smart Chain. И как заявляют сами разработчики, этот токен Squid просто обречен стать самым популярным на всем пространстве BSC. Почему они так считают? Да потому что помимо крутой графики игры, концепции и коллекции редких NFT, Squidonomics включает в себя еще и одну из лучших токеномик проекта, которая позволяет не только безопасно развивать всю экосистему, но и вознаграждать всех своих держателей за хранение их токенов у себя на кошельке. То есть, как вы уже догадались, при каждой транзакции со Squid токеном будет взиматься комиссия, которая составляет 15%, из которых 5% как раз таки и пойдут в качестве вознаграждения всем держателям Squid, еще 5% на активную маркетинговую кампанию, 3% составляет налог на ликвидность, а оставшиеся 2% составляет командный сбор. Сказать, что проект развивается стремительными темпами, это ничего не сказать. Совсем недавно Squidonomics, или Squid, был добавлен на CoinMarketCap. И как видите, несмотря на текущее снижение цены токена и его объемов торгов, показывал до этого внушительные результаты, которые в ближайшем будущем однозначно повторятся, а быть может, кратно и приумножатся, так как проект находится на начальном этапе своего развития, и впереди у него большое будущее. Кстати, приобрести себе токен можно на PancakeSwap, что я считаю очень удобно и доступно для многих из нас. Но и это еще не все, потому что прямо сейчас у всех вас есть шанс принять участие в ежедневной игре и получить по ее итогам кинжал, который по своей природе является редким NFT, который всего насчитывает 100 единиц. Играть же в игру вы можете прямо со своего ПК, и что самое интересное, мобильная версия игры будет завершена уже совсем скоро. Поэтому, чтобы не пропустить это и любое другое новостное событие, обязательно подписывайтесь на их официальный телеграм-чат, участвуйте в диалоге с его пользователями и играйте в игру, чтобы стать не просто частью всего этого глобального движения вокруг Squid Game, но и обрести для себя хороший источник приятного времяпрепровождения и заработка. Ведь способов заработка в Squidonomics огромное множество. А именно, вы можете приобрести токен и просто удерживать его у себя на кошельке, получая вознаграждение от всех производимых с токеном транзакций. Можете участвовать в игре, покупать NFT и перепродавать их, ведь когда все NFT будут распроданы, приобрести их можно будет только вторично, у других пользователей, которые, я уверена, не захотят с ними расставаться слишком задешево. Так что имейте это в виду и не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам и знакомьтесь более подробно со Squidonomics уже и самостоятельно. Ведь впереди нас ждет, если взглянуть на их дорожную карту, еще много чего интересного. В том числе и полный релиз игры, которого, я уверена, ждут уже многие фанаты. Одним словом, все ссылки в описании. Ну а я на столь динамичной ноте благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска.